прошлом году по инициативе и поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Никиты Чаплина на живописном берегу реки Осетр деревни Протекино был установлен памятник святым благоверным Петру и Февронии. Сегодня это притягательное место пользуется популярностью не только среди туристов, но и жителей округа. В День семьи, любви и верности для жителей и гостей состоялось праздничное мероприятие, посвященное этому замечательному празднику «Моя семья – мое богатство». Хрустальный голос окопели, звенит ребячий смех чудесный, и мать сидит у колыбели, дитя лаская тихой песней, и дом молитвой освященный стоит открытый всем ветрам. И учит бабушка внучонка словам отчизна, мама, храм. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии. Вот уже 14 лет мы всей страной отмечаем День семьи, любви и верности. Представляете, сколько семей родилось за это время, а сколько детей? У этого праздника есть еще одна очень добрая традиция. Сегодня мы всей России чествуем юбиляров семейной жизни и многодетные семьи. Эти пары – живой пример и доказательство крепких семейных уз и настоящей любви. Ну а крепкие семьи – залог и опора, и будущее нашей страны. Слово для поздравления предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации, почетному гражданину города Зарайск Никите Юрьевичу Чаплину и главе городского округа Зарайск Виктору Анатольевичу Петрущенко, а также протоиерею Петру Спиридонову, благочинному церквей Зарайского округа. Дорогие односельчане, дорогие друзья, какой прекрасный июльский вечер, и мы с вами как будто бы в старые древние годы, когда еще деревня была вся объединена, собираемся вот так вот по хорошему, доброму празднику. И на самом деле сердце радуется, что мы можем так собраться. Как-то 90-е годы, 2000-е годы, они нас как-то разлучили. Меньше стало, меньше мы стали собираться, меньше стали сидеть друг у друга в гостях. И дай Бог, чтобы вот такие праздники, что-то доброе, любовь к родному краю, к родному месту, любовь к нашим традициям семейным возвращала нас к общению, к настоящему такому человеческому общению. У нас сегодня много поводов для нашей деревни. День святого Петра и Февронии, он ознаменован тем, что в этот день, несколько лет назад, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, человек исторический для нашей страны, освятил наш храм святого Василия. И именно в честь этого мы с вами в свое время решили поставить здесь, на крутом берегу реки Осетра, памятник Петру и Февронии в знак любви к этим святым. И мне кажется, что мы с вами уйдем, а наши дети, внуки будут у этого памятника встречаться. Мы еще его благоукрасим с Виктором Анатольевичем. Лавочки поставим, чтобы можно было любоваться нашими пейзажами. Целоваться вечером. Это кому что, Виктор Анатольевич? Целоваться, говорит, вечером. И, конечно, особо приятно, что вот наша деревня начинает так вот, мы вместе с вами решение принимаем, а что следующее сделаем? Вот через несколько дней, может быть завтра, может быть послезавтра, мы с вашим участием откроем
спортплощадку, для футбольную площадку. Обещали, договорились, сделали. Поэтому так по-доброму я благодарю своего друга Виктора Анатольевича Петрущенко, главу нашего города, за помощь. Я свою цель вижу не как депутат Государственной Думы, а как односельчанин. Все сделать для родной деревни. Чтобы вам здесь жилось легко, хорошо. Я не часто бываю, а вы каждый день. Сердечно благодарю вас за эту встречу. Поздравляю тех, кто прожил долгую жизнь совместную. Это, конечно, гигантский труд, так как я в браке всего лишь 7 лет, я понимаю, какой это гигантский труд прожить такую долгую жизнь вместе. Спасибо вам большое, вы для нас пример. С праздником! Слово передаю нашему главе Виктору Анатольевичу Петрущенко. Уважаемый Никита Юрьевич, меня можно было не представлять. Всем добрый вечер. Здесь я вижу не только люди, которые местные из Протекино. Так что Никита Юрьевич немножко погорячился, что мы все делаем для Протекино, потому что я отсюда, все родное. Я так не могу сказать, потому что для меня родное – это весь Зарайский округ. Но Протекино – это особо, потому что сегодня действительно такой очень хороший праздничный день. И мы сегодня уже, вы сегодня третья площадка, где мы будем поздравлять, где будем говорить теплые слова. До этого были еще две площадки в городе, и после вас мы еще тех людей, у которых золотая свадьба, сегодня будем поздравлять. Хочу сказать, что мы сегодня в парке Леона поздравляли маму, и сегодня здесь тоже будет три многодетных семьи, Никита Юрьевич, у которых 11 детей. 11. Трое своих. Остальные приемные дети. Вы знаете, что по программе и президента, и по программе губернатора у нас сегодня в Московской области практически не должно быть детских домов. То есть все дети должны быть иметь папу, маму, родители, с которыми сегодня проживают. Дорогие мои, что у меня в руках, знаете? Ромашка. Вот я когда подходил, сейчас спрашивал маленьких девочек, говорю, что такое? Ромашка. Для чего? Гадать. Все знают, что такое гадать. Любит, не любит. Любит, не любит. Говорю, как получается? Через раз. Не надо через раз. Надо, чтобы было каждый раз. Любит, любит, любит. Вы о чем? Я о любви, Никита Юрьевич. Мы сегодня с вами собрались на тот праздник, где нужно говорить о семье, о любви и, конечно, и же о верности. Любовь бывает разная. Любовь есть между мужчиной и женщиной. Любовь к детям, к семье. Такой сегодня стране, вот такой сегодня у нас праздник. Дорогие мои, я вас поздравляю сегодня с этим праздником. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, мирного неба над головой. Глава городского округа совместно с депутатом Государственной Думы Никитой Чаплиным и благочинным церквей Зарайского округа протоиереем Петром Спиридоновым поздравили зарайцев с большим и светлым праздником, вручили благодарственные письма супружеским парам и многодетным семьям. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение. Ради счастья, счастья нашего. Субтитры создавал DimaTorzok.